оценку на понижение, но, поехав на апелляцию, получил оценку на увольнение с органа. То есть есть и хорошие примеры, но я вам хочу сказать, что апеллирующих очень мало, очень маленький процент. В основе своей, после прохождения всей аттестации, сейчас, к слову, проходит аттестация третьей категории, это уже полностью исследователи, оперативные сотрудники, участковые. Она начинается с сегодняшнего дня, эта аттестация, и продлится до 15 августа. Мы уже 15 августа, я думаю, к концу августа мы получим уже полностью новую полицию в Полтавской области с жетонами, с формой, с приказами и так далее, и так далее. По результатам проведения аттестации третьей категории мы уже сделаем подсумковую пресс-конференцию и дадим более исчерпывающие ответы и по первой, и по второй, и по третьей категории. Четко ответим на все вопросы.